Привет всем, едем домой из Куйбышева. Такие цветочки у нас цветут. В болоте такие цветочки желтые расцвели. Какие молодые березки насеялись. Уже вот такие выросли. Птички поют. Такие вот красивые цветочки растут в этом маленьком болотце. Птички поют. Некоторые, видите, уже прям распустились. Некоторые еще совсем только-только распускаются. Прям очень красивые. Первоцветы. Такие вот цветочки у нас распустились. Прямо самые обочины. Медунки. Уже шмель летает. Собирает нектар. Первые шмели просыпаются, и вот видите, уже они в работе. Там еще один где-то гудит. Прям замечательные цветочки. Вот так вот все у нас обжигали. Получается, пускали огонь, обжигали края дороги, и горел так вот, все дальше повыгорало. Везде вот видите, разные птички поют. Красиво-красиво так поют. Ну, так вот везде все повыгорело. Даже болото все повыгорели. Нынче сухо, снег быстро растаял. Такие вот у нас леса около дороги. Смотрите, уже муравьишки работают уже в поте лица просто. Муравейничек такой. Вот уже работа у них кипит, как у пчел. Так у муравьев такие большие черные муравьи. Смотрите, какие. Такой вот муравейничек. Листочки уже собирают, ну смотрите, тащат. Прям они так их нарезают, измельчают и уносят к себе туда вниз. Такие муравьишки. Прям молодцы они, конечно. Такой большой. Бывают в лесу такие огромные, прям муравейники. Тут небольшенький, но тоже такой хорошенький. Много-много муравьев. Водики у них тут такие. Большие такие лесные муравьи. Все-таки у нас тут именно которые живут. В селе они такие маленькие, вот эти прям такие большущие муравьи. Вот какая равнина. Здесь раньше поля были,
деревенька была. Сейчас уже нету ни деревеньки, ни полей. Совсем далеко лес. И все камышом. Заросло какой камыш. Здесь будем такой большущий всегда. Разрастается. А вот здесь у нас живут бобры. Смотрите, какую большую толстую осину сгрызли, свалили. Большущая такая. Здесь маленькая такая канавка у самой обочины дороги. Вот такие вот зубастые животные. Вот все тут повалили. Ну и как полагается, должен быть красивый финал этого видео. Такой у нас лесочек. Смотрите, какая красотища здесь. Смотрите. Синенькое, как поле медунок. Красотища. Просто целое море цветов. Шмели опять гудят. Смотрите, какая прям красотища. Здесь еще там одно, там дальше. Еще больше. Трава шуршит. Птички поют. Дальше пойдем. Смотрите, какой там совсем все просто синий. Синенько-синенько все. И везде гудят шмели. А там вот какой-то хлам лежит. Люди у нас сейчас пошли бессовестные просто до ужаса тоже. Хлам в лес свозит. Вот так вот у нас в 21 веке сочетается и красота природы, и невежество людей. Вообще, какая красотища. Все краски весны. Просто все. Вот такая березка, нагнувшаяся. Такая вот поляночка. Природа оживает. Ну а всем тем, кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока. Хорошего вам настроения.